19 июня президент Туркменистана Бердымухамедов вместе с сыном, депутатом Меджлиса, посетил центр автомобильного спорта, где собственноручно переоборудовал и заново на основе своих чертежей собрал спортивный внедорожник и испытал его возможности в тестовых заездах в рамках международного авторалли «Амуль-Хазар-2018». В правительственных СМИ это было освещено как один из успехов Бердымухамедова и в целом Туркменистана. Государственные информагентства Туркменистана описывают произошедшее следующим образом. И одна из задач предстоящих соревнований – показать миру новый облик Туркменистана как страны с уникальной природой и колоссальным экономическим потенциалом, бережно хранимым и передаваемым из поколения в поколение историко-культурным и духовным наследием. Глава государства сделал несколько набросков, как можно оформить машины, чтобы они выглядели ярко, эффектно и в то же время отражали спортивный дух, энергию и традиции, присущие туркменской культуре, ее колорит. Затем в целях испытания, заново собранного на основе якобы своих чертежей автомобиля, Бердымухамедов сел за его руль, в то время как Сердар Бердымухамедов занял место штурмана. Напомним, что президент Туркменистана не перестает шокировать информационное поле своими выходками, странными даже среди авторитарных правителей в Центральной Азии.